Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 2 на странице 43 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. На катке катались 6 девочек и 4 мальчика. Две девочки ушли домой. Сколько детей осталось на катке? Сначала мы узнаем, сколько всего детей каталось на катке. Для этого мы к 6 прибавим 4. Получится 10. 10 детей каталось на катке. 2 человека, 2 девочки ушли домой, поэтому мы из 10 вычтем 2. Останется 8. 8 детей осталось на катке. Записываем ответ. Ставим 2 точки и пишем 8 детей. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.